Возьмем начал, Великий пост, земные поклоны. Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешным. Достойно есть якого истину, блажите тебя Богородицу, Пресноблаженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас. Я поздравляю и человека любит, аминь. И три поясных. Боже, милостив, будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Это начало. Небольшое отступление. Почему говорится, приступай к Богу и не искушай? То есть заранее знай, что говорить. Господь осуждает многословие языческое. А чем оно, наше многословие, лучше языческого? Если говорим, ну, о том, что совершенно и так понятно. Просьба должна быть в первую очередь согласна с тем, что говорится в молитве, которой Господь научил учеников Отче наш. Везде есть где-то что-то самое главное. Молитва, молитва – это Отче наш. Песней много в мире, но песня песней – это песня Соломона. Она так и называется – песня песней. То есть любовь восторженная человека к Богу, невесты к жениху. И тоже высказывается, как жених говорит о невесте, Господь. Везде вот есть самое-самое, самое возвышенное. В Ездре написано так. В мире много гор. Люди лезут на Джомолунгму там. Ну, самая высокая гора какая? Та, которая до Бога доводит. Не 8800 метров, а до неба. Какая? Гора Сион. Городов много в мире. Каир. Смотрим, какие города большие самые в мире. Токио, Москва, там на 8-м месте, кажется, самый большой город там, где Бог. Большинство там, где Бог. Счет-то другой у Бога. И этот город Иерусалим, Иерушалайм, как евреи говорят. Это Еремия, это говорит Ездра, третья книга Ездры. Бог сотворил весь мир, все ему принадлежит. Это мы говорим, вот. Соловей поет хорошо, а лягушка квакает, там слушать нечего. Для Бога одинаково все. Написано, и сотворил хорошо, и весьма хорошо. У Бога определитель красоты другой. Из всех птиц, которых Бог сотворил, самый красивый не павлин, а голубь. Избрал, говорит, одну голубку. Почему? Ну, так Бог сделал. Почему никогда не надо ставить? Просто надо принимать. Для себя ты думать будешь, крылья у нее красивые, там ближе к человеку, все будет не то. Почему Дух Святой сходит в виде голубини? Почему именно голубь возвестил о том, что потоп окончился? Ты можешь день и ночь сидеть думать и ни к чему не придешь. Просто славь Бога. Животных много, животные красивые, высокие, быстрые и глупые. Наш отец был пастух, 40 лет, как Моисей. И пасли мы, то приходилось пасти мне лошадей, коров, телят, гусей, овечек. Более глупого животного, чем овечки, нету. Вот посмотрите, где, ну, бывает цирк где-то там. Ну, сейчас в интернете можно посмотреть.
Медведь на мотоцикле гоняет, шайбу загоняют. То есть можно научить даже медведя, а овечку нигде не учат. Ее нельзя научить, она глупая. Глупее нет животного. И она подражательно все делает. В загон загоняешь, вот первый поставил палку, а первый-то видит палка-то не, ну так, чтобы низко было, она прыгнула, ты отошел, их 2000, они все идут, за ней прыгают, а на этом месте ничего нету. Я просто палочку поставил, она прыгнула, а теперь все идут и прыгают. И притом она идет за кем угодно. Вот с козами пасти, я пас один раз с другой деревни, ничего не мог сделать. Среди лета забрал всех этих козлов, предупредил, они за 15 километров это село Корчино, и отвез их туда. Я их назвал так, руководители компартии. Они везде-везде лезут. А овечка глупая за ними идет, но это наш народ за ними-то. И он прыгает с кочки на кочку, он по крыше лазит, куда угодно залезет. А она идет, она этого не может делать, она сразу тонет и все. Я ее едва вытащу, вторая лезет туда же. То есть надо увидеть сравнение. Это дерзкое, похотливое животное, козел и вонючее. Почему? Говорит, слева козлы. Даже заключенные, когда начнут что-то ругать, и козел. Вот. Все это надо как-то иметь для себя, чтобы понимать окружающий мир. Молитвой начинается история человечества. Молитвой. И на небе был совет, кого послать. Видите, совет какой-то идет. А что такое молитва? Молитва – это когда с верой сказанные слова по отношению к кому-то. С верою. Я пришел и начальнику говорю, у меня беда, крыша течет. Фактически я выражаю мольбу, моление, молитва. Это корень один. Господь разговаривает с человеком в раю. И заканчивается мировая история именно этим откровением. И Дух Божий в виде голубини, Дух Божий говорит, и Дух, и невеста говорят, приди. Да зачем Духу Святому-то говорить? Так написано. И говорит кому? Ко Христу второе пришествие. Больше всего и люди боятся, а оказывается об этом надо только и думать, и говорить, и молитва заканчивать. И всякий слышащий, если кто сейчас меня слышит, да скажет, приди. Все, книга Откровения, аминь, заканчивается, и больше ничего нет. То есть все на молитве. Молитва с верой. А вера что? Вера осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом. На небе молитвы нету. А как еще видеть, когда все здесь есть на глазах? Уверенность. А оно уже там конкретно. И о чем мы сейчас молимся, говорим, там все закончилось. Молитва – это не просто привычка стоять или боязнь выйти без молитвы. Молитва – это возвращение в прежнее первоначальное состояние. Попытка, так можно сказать. Господи, прости, мы потеряли рай, прости. Поэтому молитвы у одних бывают только своими словами, другие повторяют Иисусову молитву. Иные считают псалтырь, непрерывно, неусыпающая псалтырь называется. Иные по молитвеннику молятся. А как правильно? Когда все вместе. Вот что вместе, сейчас мы так и будем молиться. Если своими словами далеко не разгонишься. Вот нас упрекают баптисты. А вы помолитесь только по заученным молитвам. Сами-то молиться не умеете. Правильно. Правильно. Если только мы никогда своими словами не молимся. Не надо отрицать это. Меня спрашивают иногда вопросы, вот в университетах я когда вел занятия, вот такая баптистка там, она так, как доказать ей, что она не права? Я говорю, доказывать еще не надо, она права. И она сказала слова, которые правильно, а в нас они не вмещаются. Не надо всегда обороняться, надо понимать, сначала разобрать, что нам говорят. Я много раз посещал их и скажу, своими словами широко не разгонишься. Молитвы простые, трафаретные и самые-самые такие приземленные бывают. Посчитайте наши молитвы, как Феофан Затворник говорит, в нашем богослужении, в молитвах все сказано. Если бы мы их понимали, эти молитвы, нам ничего другого уже не надо было бы. Там все, и, как правило, о смерти, вот мне гроб принадлежит, вот мне смерть предстоит, вечером мы читаем.
молитвы Василия Великого, Златоуста, Иоанникия. А в конце мы добавляем свои конкретные. Мы только помолились вчера, звонит женщина, ну, раз я уже к этому представлен, как говорится, страж со своими людьми. Я еду далеко, не могу по голосу узнать, кто. У меня умерла мама. Ну, хоть скажи, кто ты, оказывается, свояченица, жена племянника. Мама умерла, звать Любовь. Я ее знаю, все на молитву. Другой звонит, хорошее предложение для наших детей, которые летом будут, находится работник, принять или не принять. Сразу на молитву. Господи, открой. Я знаю человека, но может что-то не так еще где-то. То есть, что Бог приоткрыл глаза, увидеть. И вот на молитве мы в первую очередь прославляем Бога. Боже, будь милостив ко мне грешному. Я возлюбил грех, вот считать сейчас будем. Слушайте об этом. У меня воображение должно быть развито, как у человека. Если я думаю душу свою довести до Бога. Кто это не знает, повторяю, качество лидера. Лидер – это ведущий. Ведущий я могу в семье быть для жены, для детей, для соседей. Но главное – для своей души. Первое качество – воображение. Вообразить надо, что ты хочешь делать. До конца это дело я поеду, а что там будет? Опасности в дороге, средства хватит, нет, вернуться. Жениться везде – воображение. Второе – знание. По этому делу я должен все знать. Знать, что говорит Библия, говорят святые отцы, что каноны говорят жития святых. Вот это четыре пункта необходимо знать. Знать в молитвенном состоянии. Знание, дальше умение. Я знаю все, но ни разу этого не делал. Надо знать, уметь. Дальше решительность, четвертое качество. Решительно взяться, не бояться. Серафима Саровского спрашивали, ну почему ты смог сделать, а мы не можем. Он говорит, решительности не хватает. Решительно порываюсь с прежним. Вот наступает пост сейчас великий, уже неделя проходит, и некоторые не начинали даже поститься. Ну как же так? А я верующий, я постю. А Осипов сказал, так ты веришь в Осипова или кого? Осипов в галстуке, там масон может быть последней степени, бритый под 80 лет. Посмотри, как он говорит, где. Часто ли к Слову Божию обращается? Это можно... Говорит, ты ссылайся на Слово Божие. Без поста нет спасения. Нету. Без поста можно только дьяволу угождать. Постам, пост и молитва, пост и молитва, вот объединение. Самое сильное время сейчас для нас, православных. Пост и молитва. И пятое качество, беспощадность. Оно как будто бы не наше, христианское. Какое? К разгильдяйству, к недержанию слова. То есть раз, другой... Тебя бросили где-то, ты, не, ну, видишь, обманывает человек. Натати беспощадно, отсеки от себя. Рука соблазняет, отсеки. Глаз соблазняет, вырубь. Беспощадный должен быть к этому. Речь идет не о глазах, а о сотоварищах. И последнее, самое трудное, привлекательность. То есть можно так настроить себя везде, все, рвать и метать. А можно так, все прощает, Бог любит, любовь, любовь, любовь. То есть обман. Святые отцы осуждают и отчаяние, когда я не спасусь. И третье, Бог любовь, Он все простит, Бог любовь, Он всех в рай приведет. То есть нигде так не учатся в Библии. И Бог наказывает грешников, и сурово наказывает, и в то же время милует. Это вот я делаю небольшое вступление перед молитвой все время. Настроиться надо на это. И земные поклоны делают где? Тут вам будет видно, кто смотрит. Я не делаю больше 10 поклонов. У меня позвоночник после операции сползает. Я тогда встать не могу. Благослови нас, Господи. Смотрите, где крестное знамение совершается, а где просто кланяются, где надо поклон делать, где не надо. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного. Яко николи же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу устами недостойно, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Царю Небесный, Утешителю, души истины, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блаже, ангельскую песнь вопиемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнись, Господи, умой просвети сердце, и сне мои отверзи. Воеже петите, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся. Но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие рая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешен, не погубил меня со беззакониями моими, но человека любцал еси обычный, нещаяние лежащего воздвигал меня еси. Воеже утренне словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 11. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Доколе, Господи, будешь забывать меня, в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его,
Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Псалом 13. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлебы, и не призывающие Господа? Там убоятся не страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст все на спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих в щедротах и неизреченный в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты, Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, чрево матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба твоего уныние, забвение,
неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я у Бога несчастье. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний. Ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые водники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин. И вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И дай нам сейчас священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дабы знали они, что над ними ты есть царь царствующих и Господь господствующих. И сохрани их от покушения на них. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. А нас научи ценить это мирное время. И приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за сию ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. Пошли добрые жители и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоек, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И расширь пределы наших общин, найди новые души. Умягчи сердца враждующих против нас. Смири их под крепкую руку Твою, примири их с нами. Закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших, воздаем добром Елену, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Посвяти болящих, пошли им исцеление, облегчение в страданиях. Сергея, Алексея, Александру, Анну, Неонилу, Марию, Тамару, Игоря, Акелину, Александр, младенца, Марию, Фаину. И нас помилуй милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господь, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет иного Бога, что любящего создания Своя, как Ты, Господи Боже наш. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя.
путешествующих благослови, Раису Льва, отступников Николая, Михаила и всех, найди, обрати. И ожесточившееся сердце умягчи. И все наше сродство найди Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И наше сокровище, сайты, формы, все, что для людей отдано, сохрани и трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу, Васильева, Сергея, благослови, сохрани. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наши, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан, и сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Сохрани наше сокровище, книги здесь и в пути. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя за эту ночь, ангел, что хранил меня. Сколько лет Ты защищал в этой жизни, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, не завидовать. Аллилуйя! И не страшиться старей начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя,
и даруй добрую веру Анфиму, Вениамину, и устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые отцы! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Пощад, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас! Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков развей и изничтожь Христе Боже. Им открой свет истины, дабы познали они Тебя, что вне церкви нет спасения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь непокоривость жен, Галину и семейство ее, Евгения, Надежду, 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 Светлану, Марину, Марию, Елену, Галину и Анну. И прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Читаем молитву Ефрема Сирина. У нее 16 земных поклонов. Смотрите внимательно. Эту молитву очень сильно сократили после Никоновской реформы. Поклоны 12 сделали поясными. Ну, то есть все, раз на ослабление пошло. И кроме того, выбросили слово «сребролюбие». А в этом народ и погибает. Слушайте внимательно, кому видно, делайте ей поклоны. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия, не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 12 поклонов поясных, я не могу. Боже, очисти меня грешным, помилуй. Боже, будь милостив ко мне грешному. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, Христе Боже наш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Очисти беззакония мои. Господи, прости мои грехи, сотворенные пред Тобою, в ведении и неведении. В уме и в помышлении, в водне и в нощи, во все дни жизни моей, ибо Ты благ и человеколюбец.
Прости и помилуй, владыка жизни моей. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Все на этом. Доброе утро всем. Доброе утро. Так, мы сейчас будем насчитывать материалы утром. У нас уходит каждое утро около 2 часов. На это событие дня потом будет. Я поэтому, как сейчас вот, ставьте там пока. Занятие вели мы в Потеряевке со дня основания в 1991 году. А староста деревни один только имел кассетный магнитофон. Занятия были на улице тематические. Что-то случилось, там дорогу начали делать, а дороги у меня, инструмент там купили, инструмент. Ну, то есть событие, которое освещает всю нашу жизнь. И сохранилось 123 беседы. Сейчас мы идем уже где-то, насчитываем больше 100, все 123. Я сейчас отключаю, чтобы сделать это отдельно. А кому надо, значит, потом оставайтесь, мы подсоединим вас.